началось чего? Вроде бы элементарная вещь, но точно дать и вовремя пас, что и сделал сейчас Диара. Он вроде бы так немножко в тени, не всегда, благодаря нашим каким-то акцентам мы его как-то отмечаем. Но сейчас именно он покатил мяч Жиркову так, чтобы Жирков мог в ход этот мяч поймать и сразу же двигаться к штрафной площади. Ну а дальше двухходовка с Карселой Гонсалесом и Юрий Жирков, вернувшийся в стартовый состав накануне игры сборной. Очень даже, кстати, для себя, ну для своей команды, само собой, забивает гол, потому что вот откуда приходит дополнительная психологическая уверенность в своих силах. Забитый мяч. Юрий Жирков, Анжи впереди 1-0. Сложнейшая задача перед «Динамо» в оставшиеся 15 минут сравнять счет. Ну, интересно, как Анжи себя поведет. Игра идет, отходить, казалось бы, неразумно, да? Вот что будет дальше. И, кстати, единственный человек, который не поднялся во время всей этой радости со скамейки Анжи, это был Гусхидин. Он как должно это воспринял. Вопрос в том, что делать теперь Петреску, потому что у него-то скамейка не такая, чтобы из нее выжить что-то и кого-то там найти, кто мог бы реально усилить сейчас освежение.